Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем с вами готовить пасту с брокколи и курочкой. И для этого нам понадобятся такие ингредиенты. Спагетти, брокколи, куриное филе, сливки 15%, соль, перец, помидор, болгарский перчик, морковочка, лук и чеснок. Итак, мы начинаем. Итак, мы поставили вариться куриное филе и поставили водичку на спагетти. Ждем, пока она закипит. Пока куриное филе варится, мы с вами времени не теряем и нарезаем все эти ингредиенты. Итак, куриное филе у нас уже сварилось. Мы порезали морковку очень мелко. Можно натереть на терку, я просто нарезала. Нарезали лук, чеснок. Мы не резали, а просто вот придавили ножиком к доске. И вот у нас такое получилось. Брокколи мы уже сварили. И помидорки, перчик болгарский мы тоже порезали квадратиками. Куриное филе у нас в виде сердечка. Сейчас мы его должны нарезать и отправить на сковородочку. Куриное филе мы нарезали достаточно большими кусочками для того, чтобы хорошо ощутить вкус курочки. Сейчас мы отправляем ее на сковородочку и поджариваем до золотистой корочки. Маслечко на сковородке, добавляем курочку. Пока курочка золотится и румянится, мы добавили лук и болгарский перчик. Затем добавляем морковку и брокколи. И все хорошенечко перемотягиваем. Добавляем помидоры и чеснок. И вот такая у нас красота. Так, вода наша закипела, бросаем туда спагетти. Итак, добавляем сливки. Вот мы добавили сюда спагетти, и сейчас нам нужно это все тщательно перемешать. Добавляем соль, перец по вкусу и тушим 3 минуты. Закрываем крышку. Тушим 3 минуты на слабеньком огне и подаем к столу. Вот такое у нас блюдо получилось. Очень полезное и вкусное. И очень красиво. Приятно!